пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед «Газпромом». Задолженность весьма серьезная, растущая. Это первое. И существует вопрос, ну, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, и условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. «Газпром» не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги. Но, конечно же, «Газпром» открыт для продолжения этих контактов. Dmitri Pescov a adăugat că negocierile cu autoritățile de la Chișinău nu știrbesc din imaginea Gazpromului, ba chiar mai mult, aceasta ar fi una impecabilă, spune Pescov, potrivit demnitarului rus. Concernul își onorează obligațiile contractuale, reamintind că activitatea gigantului rus a fost înalt apreciată de partenerii europeni. Totodată, acesta a subliniat că furnizarea gazelor naturale în țara noastră și nu doar țin strict de relațiile comerciale.